новое обновление, вот Dota 7.06. Уже успел вот только что отыграть. Сейчас покажу, вот у меня последняя игра, а ну вот она. Вот Вивер 35 на 0 на 17, это ЛП. Вот, очень важно, вот прям сразу видно, рецепты поменялись на тот же, на Соло Рим, кем я там, Омником что ли играл. Рецепт поме... А. Нет, еще на Force Staff, но это не самое главное, вот. Айоскади, дезолятор, теперь оба они уникальные модификаторы атаки, то есть дезолятор тоже. Теперь можно прям свободно на того же антимага покупать. И дезоли, и скади. Но это не точно. Я не знаю, стоит ли на антимага это покупать. Вот, ну, на самом деле очень много изменилось. Вот тоже вы видите. Рецепты, цены на рецепты. Ну, вообще рецепты изменились, да. Цены на рецепты сами по себе и сборка. Скиллы, ну, это не суть важно там. Кому, если кому интересно, тут много. Я просто за многих героев не играю. За Зевса, там, за Вич-доктора, за Виверну, за ну, я с саппортами не играю. Потом для меня это не особо важно. Кулдаун у Блуторна повысили. Ну правильно, это достаточно имбалансная такая хуйня. Вот. Да, вот. Блайдстоун это не уникальный модификатор атаки больше. Тоже Бладмейл кулдаун увеличили. Видите, вот что еще очень важно. Все 42 скилла, которые, ну, таланты были на респаун, видите, их убрали теперь, я так понимаю. То есть они вообще, видите, их заменили с абсолютно другими. Там длина фиссуры у шейкера, не знаю, что там. Бристлбека, лайфстил скиллами, вот интересная херня. Если с учетом того, что у него только один скилл, по сути, который дамажит. Соплята не дамажит. Тоже вот с крипами, с нейтралами. Ну, нейтралы теперь не каждые 2 минуты, а только, ну, каждую в 2 раза быстрее респавнятся каждую минуту. Ну, это такое все. Шрайны теперь, ну, у них кост снижен, ну, точнее, КД с 5 до 3 минут. И они только на 5-й минуте начинают работать. Кстати, теперь надо тоже крипов донаить, потому что за них, я так понял, дают теперь. Да, вот, XP дают теперь. То есть больше, ну, их и так вообще по-хорошему надо донаить, но теперь больше мотивации будет к этому. Ебать. Тараска дает не 45, а 40 силы. Зато бонус к силе, ой, КП теперь с 250 до 500, ну, нормально. Кстати, Тараска по-другому собирается тоже, да, я заметил. Так прям сказать. Mask of Madness теперь не рецепт, а Quarter Staff, но это хорошо. Потому что с рецептом в сундуке ходить не очень. Плюс 20 урона, плюс 10 атак спида теперь дает, ну да. О, заебись, Морбид Маска дешевле стоит. Ну и на 5 меньше урона, ну это хуйня. Зато на 100 голды меньше. Дешевле, хорошая вещь. Solar Crest, я его не покупаю. На 5 копеек дешевле Observer стоит. И иллюзии теперь меньше урона с радиком наносит. Ну, рефрешер похуй. Ну да, тут рецепты по-другому. Так, зачем я это открыл? Ну, рецепт на манту у нас стоит дороже, но это опять же такое, то есть похуй. Сильвередж я тоже не ощутил. Вот Сол Ринг по-другому да собирается. Ну да, так. Ну то есть много, да, вот это вот обновление, оно реально много переработало. Это не просто Dota 3 теперь, а Dota 3.1. Хрен знает. Ну, 14 уровень у меня, кстати. О. А, я уже голосовал. Я голосовал. О, кстати, вот можно посмотреть.
За Морфая голосовало 88% за него отдали. Это прошлый тур. Ни хрена себе. Короче, я голосовал за ОД, за... Нет. А. Я голосовал за Инчу, за Спектру, за Морфа. И все получается. И они как раз выиграли. Больше голосов набрали. Это хорошо. Я не хочу на каких-нибудь ебучих саппортов там. Не знаю, на Абадона. На Дазла, не знаю. На Абадона точно не хочу видеть никаких аркан там, блядь. На Рике, не знаю. Мне кажется, на Рике она хреновая будет. Ну так у меня. Просто я в ЛП сижу, не могу квесты нормально выполнять. Ну вот у меня последняя катка 35.017. Почти номер телефона. Ну, 27 кадом. Ну, это хуйня. Тут катка была короткая. То есть не сказать, что много урона. Кто-то говорил, что типа меня нафидило. Меня вся команда вражеская нафидила. Вот тут видно. То есть не кто-то один, на самом деле. Ну, ЛП это такое. То есть хули тут говорить. Вот у меня общий показатель. Нормально. Все зелененькое. Конечно, получше, чем кто бы то ни было в моей команде. Охуеть, 72 фрага у моей команды, из них 35. Мои, получается. Что-то по типу того. Ну ладно. Ну, как-то так, на самом деле, многое изменили, да, то есть я даже особо не читал, я прям в игру вошел и уже вот по факту увидел эти изменения. Ну, я не знаю, ну, такое, что прям пиздец что-то, ну, я бы не сказал, не знаю. Арквардена нормальным сделали, но его вроде давно нормальным сделали, потому что я помню, когда Аркварденом в первый раз заиграл, там вообще, ну, он очень слабый был по статам, по хп. Ну, у него статы все низкие были, из-за этого и хп, и урона мало было. Ну, Аркварден, вот я им играл, то есть он такой пожирнее и подомашнее такой посильнее стал. Вот, о, блинк открой, о, колесо релай, скоро, через 4 уровня. Хочу еще звуки колеса чата сделать. Ну, ладно. Тоже вот это четко. Ну, я не... Библ самп. Ну, до 107 уровня я не дойду. То есть это гарантированно. Я никак не успею его. Если учесть то, что я... О, прикольный иммортал. Вот это вот я бы хотел. Может купить его потом, не знаю, он копейки, по идее, должен стоить. Вот какой-нибудь ландшафт я бы купил. Ну да ладно. Как-то так.